Привет, ребят! Добро пожаловать на канал Гильдия Леммингов, с вами Линк. Сегодня в рубрике KeyToys я продолжаю показывать коллекционные машинки разных компаний. Сегодня у нас компания Maisto продолжает свой хит-парад спортивных автомобилей коллекционных. И перед вами Dodge Viper, ребят. Вот, очень красивая спортивная машина, очень мощная, судя по размеру передней части. Двигатель, значит, там стоит такой, довольно-таки жесткий. Эмблемка, если позволит камера показать, Dodge. Такая голова змеи. Это, видимо, не Dodge, потому что Dodge, насколько я знаю, там барашка такая. А это именно змея. Наверное, у линейки Viper своя эмблемка. Ну, да не суть. Ребят, это не конструктор, это моделька. Поэтому детализация будет такая немного урезанная. Но, тем не менее, я думаю, вам понравится. Поскольку детальки, вот даже надписи там Viper. У нас на бампере Dodge, номерной значок, наклейка. В общем, сделано довольно неплохо. Багажник не открывается, печально. Если бы открывался, было вообще, наверное, шикарно. Вот так смотрится, ну, средненько, скажем так. Вот, но тем не менее, вот на фары посмотрите, если бы они зажигались, было бы вообще классно. Ну, они не нарисованы, и это уже меня радует. Не просто покрашены. Открываются двери в машинке, в модельке довольно широко, красиво. Можно хорошо рассмотреть интерьер. То есть, наконец-то посмотреть на сами двери, посмотреть, что там внутри. Вон педали. Посмотрите, все сделано. Детализация очень неплоха. Руль, вот эти верхние солнцезащитные заборнички, вот панель приборов, все там прорисовано, можно покрутить даже так их. Вот преимущество кабриолетов, что можно хорошо просмотреть салон. Вот какая-то звуковая система, по идее, должна быть, ну, неважно. И открывается еще капот у модели. Двигатель не полностью, просто такая вот вплавленная вставочка, но все равно прикольно выглядит. Такой, по идее, мощный движок с надписью Viper на всех фронтах. Вот V10, ребят, ничего себе. Если я не ошибаюсь, вот этот значок V10 говорит о том, что 10-цилиндровый двигатель. Ну, что и следовало ожидать, да, спортивных автомобилей, кто их делает двухлитровыми. Вот, с малым количеством цилиндров. Ну, и снизу, посмотрите, надписи. Вторая вот под Viper я так и не разобрал, что там написано, какой-нибудь спорт или... Ну, не вижу, что это. Вот. И ниже Daimler Chrysler Corporation 2002 год. И масштаб 1.24. Ниже значочек бренда, который производит эти игрушки, эти машинки, эти модельки. Вот. Ну и, собственно говоря, все. Машинка простенькая. Вот. Но я думаю, ценители и коллекционеры заценят. Она немножко в таком не фонтан сказать состоянии. Есть, как видите, там мелкие повреждения, царапинки, но я думаю, в новом варианте, если вы будете брать, диски простые, как видите, без этих самых, без колодок, без тормозных систем, в новом состоянии будете брать, она будет выглядеть гораздо интересней, гораздо привлекательней.
Вот, хотя вот и в этом состоянии тоже достаточно неплохо выглядит. Ребят, что хотел показать, на сегодня все. Увидимся в следующей серии. Всем пока!